Что самое главное на пляже, помимо песка, солнца и теплой воды в реке? Это пляжный этикет, друзья. Чтобы организовать себе здесь хороший отдых, поведение должно быть соответствующим. И вот вам несколько рекомендаций. Первое. Не встряхивайте пляжное полотенце. Думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда лежишь, загораешь, а в тебя прилетает куча песка. Чтобы встряхнуть полотенце, найдите уединенное для этого место или аккуратно сметите песок руками. Рекомендация номер два. Не носить купальники за пределами пляжа. Даже если вы готовились к пляжному сезону круглый год, этого делать точно не стоит. В Абхазии, например, для таких особо смелых персон ввели штраф. Вышел с пляжа и не переоделся, с тебя около $100. У нас такого нет, но все равно, думаю, с одобрением на вас не посмотрят. Третья подсказка пляжного этикета – это не слушать громко музыку. Лучше это делать в наушниках. Это подсказка больше про свободу других людей на отдыхе. И, быть может, вашему соседу по песку просто не понравится ваш музыкальный вкус. Со спасателями лучше не спорить. Думаю, тут вы со мной согласны. Иногда кажется, что они чересчур бдительны, но это для вашей же безопасности. Тем более у нас очень непредсказуемая река. Ну и пятая рекомендация будет про животных. Лучше всегда проверять перед походом на пляж, можно ли с собакой. На некоторых это строго запрещено. И если уж так сложилось, что вы пришли на пляж с питомцем, лучше его всегда выгуливать на поводке и при необходимости убирать. На этом все. Пока-пока.